Привет, Буба! О, господи! Похоже, Панда, что он нас грабит на пидитета! О, господи, Настя, он на тебе! Чё творим? Про меня зовут Царь Кионис! Ты просрал уже, просто срал уже, переподписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою Суприм-банду! Ведь будет же снайпер, и Суприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Как вижу, против меня не очень нравится быть под нами! Так что будет скорее подписывайся, чтобы быть самостоятельной бати на Ютубе! А также сегодня со мной не снимает Настя! Привет! И Суприм-банда, вы не поверите, но сегодня в 3 часа ночи я хочу поговорить с говорящим Бубой. Ходит легенда, что в 3 ночи Буба превращается в существо со своим интеллектом. И вы не поверите, банда, но уже в своей жизни я один раз столкнулся с Бубой. У соседей моего друга умер ребенок. И когда нашли его труп, около него лежал включенный телефон. И вы не поверите, банда, но там не было ни одного приложения, кроме Бубы. Всего лишь одно единственное приложение в телефоне. И с этой истории я уже понял, что с этим Бубой что-то не так. Именно поэтому сегодня в 3 часа ночи я хочу с ним поговорить и узнать, что оно такое. А тем временем, банда, давайте на это видео наберем 40 тысяч лайков. И тогда я сделаю куклу Вуду на этого Бубу, чтобы уничтожить его. Так что будет скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. И в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что будет скорее. Скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем заходим в Бубу, погнали! И банда, все мы любим играть в шутеры, но как по мне, на данный момент один из лучших это Warface. Warface — динамичный бесплатный шутер, в который играют миллионы игроков. Warface отличается огромным выбором как PvE, так и PvP контента на любой вкус. Любители PvP могут сражаться в 10 режимах. Отдельного внимания заслуживают PvE миссии с ежедневными заданиями во всех уголках планеты, которые включают в себя миссию в Припяти. Warface стартовал сезон ограбления, который добавил много нового контента. Тебя ждет новая спецоперация, в ходе которой нужно ограбить банк, новая PvP-карта и 100 уровней боевого пропуска, выполнение которых пополнит арсенал новой броней, оружием и скинами для твоего персонажа. Новый сезон боевого пропуска пополнит твой склад новой броней оборотни, которая доступна в бесплатной версии всем желающим, а также 4 пушками. Warface доступна более сотни современного стрелкового оружия. И на данный момент малое количество шутеров могут похвастаться такими показателями. Врывайся в новый сезон Warface по ссылке в описании. Качай игру в свой Steam и забирай набор подарочного снаряжения. А если ты уже ранее играл в Warface, то скорее возвращайся в игру по первой ссылке в описании. А мы тем временем, банда, продолжаем! Окей, банда, надеюсь, вы готовы, на часах уже 3 часа ночи. По идее, именно в это время я уже могу разговаривать с тем самым Бубой. И вот так выглядит иконка этого приложения, давайте его запустим. Господи, банда, я так переживаю, мы сегодня будем общаться с реальным маньяком. Окей, темнее, посмотрите, это он, это этот Буба. Просто посмотрите, какой монстр, банда, это так ужасно. Тем не менее, давайте немного с ним пообщаемся, для начала просто с ним поздороваемся. Привет, Буба. Просто мной повторяет, банда, такой же самый, как и говорящие питомцы. Буба, мы знаем, что ты живое существо, можешь не притворяться обычным детским приложением. О, господи. Буба, мы знаем, что ты живое. Просто повторяет, банда, все бессмысленно. Я уже не знаю, как вывести на разговор. Окей, давайте еще раз. Хватит повторять, скажи хоть что-то своим голосом. О, господи, боже. Господи, все просто бессмысленно, ничего не работает против него. Я уже не знаю, что с ним делать. Настя, может быть, ты попробуешь? Да, давай. Окей, тогда держи телефон. Давай, скажи ему что-то. Привет, Буба. О, господи. О, господи, ты тоже это слышал? Да, он сказал, что убьет нас, просто ужас. Господи, банда, мне просто не верится, мы только что услышали реальный голос Бубы. Он был до ужаса жуткий. Тем не менее, мы теперь можем с ним немного поговорить. Буба, почему ты хочешь нас убить? Мы же ничего тебе плохого не сделали, за что? О, господи. Вы слишком много знаете.
иначе кто не должен знать, что я живой? О, черт, банда, он реально сумасшедший. Это серьезный маньяк, который прячется от людей. И просто не верится, что мы сегодня можем с таким поговорить. Спроси его про ребенка. О, хорошая идея узнать, что же случилось с тем самым соседским ребенком. Почему он умер? Буба, ладно, нас ты хочешь убить, но зачем ты убил того соседского ребенка неделю назад? Он тоже слишком много знал. Ему не стоило рассказывать своим родителям обо мне. О, господи, банда, это просто ужас. Он сумасшедший. Поэтому сегодня ночью вы не проснетесь. О, черт, вы слышали это? Это просто жесть. Я все очень могу в это поверить. Он просто какой-то ненормальный, банда. Я не знаю, что будет дальше. Давайте продолжим с ним разговаривать. Я начал отдавать и у него знам, что же он такое. Потому что на обычного питомца он не похож. Он просто какой-то монстр. Буба, что ты такое? На обычного питомца ты не похожий. Что ты за существо? Господи, что он на это скажет? Я домовой убийца. На моем счету более 1000 смертей. Сколько? Большинство из них дети. О, черт, банда, это просто ужас. Этот маньяк убивает в основном только детей, которые о нем знают. Вы слышите это? Я не знаю, нужно как-то знать полицию, чтобы его поймали. Он очень опасен для общества. Господи, банда, это просто какой-то серийный убийца. Спроси его, зачем он убивает всех тех детей. О, хорошая идея узнать прямо у него, зачем все эти убийства. Опа, зачем ты убиваешь всех этих детей? Они же ничего тебе плохого не сделали. Всего лишь хотели с тобой подружить. Что с тобой не так? И что он на это скажет? Сначала я с ними сдружился. Они мне рассказывали, где их родители хранят деньги. А после я их грабил и убивал, чтобы они никому не рассказали о маньяке Бубе. О, господи, банда, вы слышите его? Я больше никогда в жизни не хочу с ним разговаривать. Это реально какое-то ненормальное существо. Но мне почему-то кажется, что такого существа в реальной жизни точно не может быть. Именно поэтому я думаю, что за этим существом стоит реальный человек, маньяк и грабитель. Как это было в легенде про Джинджера, только вот Джинджер был реальный, а здесь, мне кажется, и настоящий человек. Опа, я не верю, что такое существо, как ты, может быть в реальной жизни. Я уверен, что за тобой стоит реальный человек. Это он? О, господи, откуда он знает, как меня зовут? Ты слышала это? Да, я слышала! Просто жесть, банда, откуда он знает мое настоящее имя? Неужели он реально за мной следит? Оба, мы сняли все это на видео, несем его в полицию, а также выложим в YouTube. Боже, никто тебе не поверит, ты маньяк! Что? О, господи, банда, вы слышали это? О чем это он? Откуда он может знать всех моих зрителей? Это какой-то бред, он ничего мне сделать, не бойтесь! Что за бред, Буба? Ты не можешь знать, где живут все мои зрители, это просто невозможно! Как ты собираешься их убивать? О, господи, что он на это скажет? Я и мои клоны есть в каждом доме. Найти их всех будет легче простого. Какой-то бред, Буба. Если ты знаешь, где живут все, тогда назови мой реальный адрес, где я сейчас живу. Ты Симеоне живешь в Киеве. Улица Большая Васильковская. Стой! Я верю тебе, ты реально знаешь мой адрес, прекрати! О, господи, банда, это просто жесть! Он реально знает, где мы все живем, он только что назвал мой реальный адрес! То есть он также сам может знать каждого из вас, адрес у него реально есть какие-то клоны! Что нужно сделать, чтобы ты никому не навредил? О, господи, банда! Что? Погоди! Может быть, какие-то лайки, подписки, мы сделаем тебя известной, как других питомцев? Пожалуйста! Нет, вас уже ничего не спасет! Господи, только не это, банда, он реально собирается всех нас убить. О, господи, я теперь не знаю, что делать, он реально сумасшедший, он может это сделать. Нужно каким-то образом его запугать, чтобы он сам нас боялся. Иначе он реально нам всем навредит, это Буба, он маньяк, вы сами слышите его слова. Тогда, Буба, мы убьем тебя быстрее, чем ты успеешь кому-то навредить. Черт, надеюсь, он поверит. Ты ничего мне не сделаешь, я убью вас всех. Ты не можешь этого сделать, мы сдадим тебя в полицию, мы убьем тебя, но мы тебя остановим! О, господи! Все ваши органы и протоны в Даркнете! Стоп, что ты связан с Даркнетом? Каким образом? Нет, я всего лишь продаю туда органы своих жертв. Меня интересуют только деньги, которые идут с туда. Господи, банда, это такой ужас, он реально сумасшедший, вы сами это видите. Я не знаю, что теперь делать, похоже, сегодня у нас огромный...
В чем это он? Посмотрите, что он делает! О, господи, ты видела это? Дом! Телефон не работает, я ничего не могу сделать, просто не работает, видишь? Дом. О, господи, Банда, он сломал телефон, неужели теперь оказывается в реальном мире? Это такая жесть, Банда, это маньяк реально сумасшедший! Господи, Банда, я просто не могу в это поверить, этот Буба реально сумасшедший! 3 часа ночи он начал с нами разговаривать, легенда была правдива! А получается, что ребенка соседей моего друга был реально Буба! Это такая жесть, Банда, я просто в это не могу поверить! Тем не менее, теперь он еще пообещал убить меня с Настей! Черт, ты слышала? Да, я слышала это! Неужели это Буба пришел? Стучит! Он знает, где мы живем, теперь он около нас! Окей, давайте быстрее посмотрим! О, черт, кто здесь? Здесь кто-нибудь есть? О, черт! Господи, там Буба! Господи! Это просто жесть, он сидел на лестнице! И теперь его нету, он исчез! Что происходит? Куда он делся? Посмотри! О, черт, что это? Вы же видели Банду, он сидел на лестнице, он пришел ко мне домой! Он реально узнал мой адрес и до последнего не верил, что он существует в реальной жизни! Господи, Настя, я клянусь тебе, я реально видел Бубу, он сидел на лестнице, но куда он потом делся, я не знаю! Да, я верю тебе, Сереж! Такая жесть, Банду, он все-таки знает, где я живу, Тосин, знаете, живете все вы! И что теперь будет, я без понятия! О, господи, посмотри! Это Буба, Банда, вы видите, он звонит мне! Я беру трубку! Алло! Алло, что тебе нужно? Не ждали! Конечно, не ждали, проваливай, мы тебе не рады! Что ты от нас хочешь? Мы сегодня хотели с тобой пообщаться! О, черт! Я же тебе сказал, я знаю всех в этом мире! Черт, мы тебе верим, только, пожалуйста, отстань от нас, мы всего лишь хотели с тобой поговорить и все! Мы ничего тебе плохого не хотели сделать, проваливай! Что? О, черт, Банда, в нашей квартире! В третьей комнате! Это моя квартира, Банда, как он проник мне, он же был под действием! Буба, проваливай! Господи, что ты от нас хочешь? Отстань! Такая жесть! Что время кое-кому у меня? О, черт, это он про меня, Банда, отключился! Это просто жесть! Мы выйдем этого маньяка, он в моей квартире! Быстрее идем к нему! Да, быстрее! Быстрее, Настя, он где-то в нашей квартире! О, господи, это он, посмотри! Быстрее, лови его! О, черт, быстрее за ним! Он был где-то здесь, Буба! Куда он делся? Буба, выходи! Мы тебя не боимся! Что происходит? Где он, Банда? Буба, где ты? О, господи, Настя, он на тебе! Есть! О, черт, я не знаю, где он, куда-то исчез! О, господи! Серёжа, где он? Не знаю, он просто исчез! Серёжа! О, черт, это он! О, господи, где он? Что происходит? О, господи, он закрыл нас! И что нам теперь делать? Не знаю, он хотя бы тебя не укусил! Нет, все нормально! О, господи! О, черт, что это? Я не могу выйти, он чем-то подпер двери! Как нам теперь выйти? Не знаю, это просто жесть, нужно узнать, где он! Давай посмотрим по скрытым камерам! Хорошая идея, давай быстрее включим! Окей, Банда, надеюсь, вы готовы, мы уже приступаем к просмотру скрытых камер видеонаблюдения! О, господи, посмотри, он заблокировал вход стульчиком! Мы теперь никак не можем открыть дверь из того, что там просто стоит стульчик! Такая жесть, как вообще Буба его притащил, он же такой маленький! Посмотри, дверь двигается! О, господи, неужели это Буба? Просто жесть, сейчас мы увидим, посмотрите! Это он! О, господи, он открыл дверь и вышел! Мне просто в это не верится, и где он? Куда он делся, его нету? О, господи, что? О, черт, он просто сломал камеру, Банда, вы видели это? Мне просто в это не верится, это такая жесть. Посмотрите, вот он прыгает. О, господи, почему он сюда лезет, что он делает? О, нет, он пытается забрать твой кошелек. Похоже, Банда, что он нас грабит, вы видите это? Мне просто в это не верится. То есть, после того, как он нас заграбит, он нас убьет. О, господи, только не это. Посмотри, он спрыгнул. О, господи, мне просто не верится, он реально забрал твой кошелек, вы видите, это Банда, это такая жесть, он положил его в какой-то пакет и снова куда-то идет, о, господи, что происходит, неужели он идет к сейфу, о, господи, Банда, неужели Буба даже знает, где наш сейф, оказывается, что он нас не обманул, в каждом доме есть его клон, это такая жесть, Банда, я все очень могу в это все поверить, и посмотри, правда, он нашел сейф, Банда, вы видите это, черт, если он еще знает пароль, нас точно ограбит, это такая жесть, Банда, в этом сейфе лежат все наши деньги. Я попытаюсь все-таки открыть дверь. Да, хорошо, попробуй. О, черт, он уже открыл сейф. Давай быстрее, Настя. Мы сможем его там закрыть. Окей, Банда, пока что ничего не происходит, только смотрит сейф. Я открыла дверь. О, господи, наконец-то идем быстрее к нему. Господи, Банда, нужно срочно идти к нему, чтобы спасти все наши деньги. Иначе нас полностью ограбит. Окей, только тихо, просто шаг. Посмотри, твой кошелек лежит, ты видишь? Да, вижу. Черт, он здесь. Господи, ты видишь? Да, вижу. Черт. Okay.
Я закрыл его! О, господи, он реально в этом сейфе, Банда, просто посмотрите! Давайте быстро на него глянем! О, господи, мне просто в это не верится, Суприм Банда! О, черт, посмотрите, он там! Я его закрыл, вы видели? Отлично, Сереж! Да, я знаю, это реально хорошая работа, ты молодец! Господи, я все еще не могу в это поверить! Мы спасли все наши сбережения и даже поймали Бубу! Так что, Банда, давайте 40 тысяч лайков, мы разрезаем Бубу! Так что, будет скорее, ставь лайк, а также провод комменты за прошлого видео! Просто здесь какие-нибудь шикарные, идеальные комментарии! А, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь бы запуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро! Ты уже в новом видео! Лайк, какой это видео, бандит! Так что быстрее ставь лайки, пиши комментарии и помни одно, оставайся такими шикарными! Пока!